день, к сожалению, короток. С каждым проходимым километром становится все меньше и меньше времени, чтобы найти дичь. А есть. Нужно найти. Палатки, значит, это хорошо. Но это еще не все. Требуется еще удача. Да, хорошая. Что в этом толку, если дичь, к примеру, выбрала другой маршрут? Это только воображение разыгравшихся. Раньше дичи было больше. Да, ни хрена. Больше, меньше. Меня не выбили. Встречал я старых охотников, которые рассказывали тоже те времена, когда дичи было больше. 30 километров прошел, ни одного зайца не встретил. Только под конец встретил. Так что все это маячня. Потому что, знаешь, мы дичь выбили. Нихрена мы не выбили. Не выбьем. Ну, я имею в виду, какую там куропатку, зайца. Просто высоченная трава. Надо выходить туда. Ну, пониже. О, бля, выходи. Вот так вот сюда. На краешек. Аркан. Блять, кажется, мы таки спугнули зайца. Черт. Точно. Аркан, спугнули мы его, да? Пугнули все-таки. Ну вот так вот, вот о чем я говорил. Вот он лежал. Недалеко от поля.
с той стороны 20 метров или с этой, вот, пожалуйста. Ладно, Арканище, иди поищи. Аркан! Он его не видел, Аркан, но слышал. Вот только что был здесь. Может и лисичка, конечно. Ну вот, я же говорю. А теперь он уже гонит по зрячему. Наверняка. Лежал зайчина тут. Сука. Как его тут брать, блядь, такой траве. А вот он. Вот он ко мне пришел. Мой хороший. Ну, кто там был? Расскажи мне, кто был. Заяц или лиса? А? Ну, был. Да, видишь, значит, я не ошибся. Кто был? Зайчик или лисичка?
Вон он, Аркан. Аркан. Давай. Хоп. Вот. Можно, чупасаки. Как дело было. Возле балки там сороки сидели, залупались. Вот. Я, значит, это... Сейчас. Услышал с правой стороны, вроде бы как чирикают куропатки. Сначала даже не понял. Потом сказал, чирик-чирик. Пустил пса. Ну вот он работал. Бежал. Челночил по этому полю. В конце концов, вот вытянули мы с ним. Правильно, вот этот, в гор. Фух, и он там сделал стоечку. Я так и подумал, что они сидят здесь, скорее всего, будут пытаться перебегать. Вот так и получилось. Стрельнул, подранил. Второй раз хотел добить, но, бля. Короче, главное, что есть. Вот так вот. Мы будем надеяться, что на сегодня еще что-нибудь будет у нас.